Кто сейчас больной? Кто сейчас больной? Слушайте, кто сейчас болеет? Если ваши члены семьи сейчас больные, кто бы это ни был, ты больной, муж больной, дети, слушайте сейчас, во имя Иисуса Христа произносите вот эту молитву, произносите вместе со мною, кто больной. Если ты там больной, у тебя рак, у тебя какая-то болезнь, ноги, руки, что бы у тебя ни болело, Дух Святой сейчас здесь. Сейчас произноси вот эту молитву. Говори: Отец Небесный, произноси за мною искренно, Он здесь и слушает тебя. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, можешь закрыть глаза, я просто говорю сейчас в экран, чтобы вы слушали. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости мои грехи, я каюсь в них. Иисус, прости меня. Он мне говорит: прощаю. Иисус, я прошу, войди в мое сердце, глубоко войди. Глубоко войди в мое сердце и в мою жизнь, Иисус. Я верю, что ты умер на кресте за мои грехи и беззаконие и воскрес на третий день для моего оправдания. Бог, ты забрал на крест все мои болезни, и я сейчас отдаю тебе все мои болезни, забери их. Все грехи тебе отдаю, Господь, забери. Омой меня сейчас твоей дорогою кровью, очисти, исцели во имя Иисуса. Даже вижу, куча бесов убегает, куча бесов. Очисти меня, Иисус, исцели, прости, помилуй. Даруй мне сейчас Дух Твой Святой, Дух Святой, сойди на меня, наполни меня собою. Прошу Тебя, крести меня огнем Духа Твоего Святого со знамений иных языков прямо сейчас. Репошо, ресанто, открываю уста, молися, но прошу, лорекрето, я благодарю Тебя, Господь, что Ты меня исцелил. Прямо сейчас и славлю Тебя, Иисус. Я отдаюсь Тебе навсегда, Иисус. Отдаю себя, всю свою семью в Твои руки, Господь. Я благодарю, что Ты меня сейчас полностью исцелил от всякой болезни и немощи. Я верую, это получаю. Я благодарю, что Ты простил меня все мои грехи. Я благодарю Тебя. Во имя Иисуса, аминь. Аминь. Я сейчас буду молиться за вас. Я прошу Тебя, Отец, прикоснись прямо сейчас Твоей исцеляющей рукой к Твоему народу, который пришел и слушает, который Ты привел. Я прошу, прикоснись, сделай чудеса прямо сейчас. Даже вижу, как руки, ноги растут. Проверяйте. Проверяйте прямо сейчас. Суставы становятся на место. У кого была нога короткая, прямо сейчас я говорю, вырасти во имя Иисуса Христа. Проверяйте, у кого руки, может быть, какая-то рука была короткая, это обычно от сустава вот этого с поясничного. Прямо сейчас говорю, вырасти во имя Иисуса Христа. Поясничная боль ушла. Спондилокистили, как по-русски называется? Позвоночник. Исцеление. У кого было искривление позвоночника, прямо сейчас даже слышу хруст. Прямо сейчас новый позвоночник во имя Иисуса Христа. Новые органы. Я связываю всякий нечистый дух, дух болезни, немощи. Говорю, пошел вон прямо сейчас из ваших тел. Во имя Иисуса Христа. Кости оживают, где были иссохшие кости, где были иссохшие руки. Во имя Иисуса говорю, жизнь Иисуса Христа в ваше тело. Гипертония, исчезни. Вот он мне говорит, гипертония, исчезни навсегда. Сахарный диабет пошел прочь. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас новая печень, новая поджелудочная железа, он мне говорит, новый желудок, новые почки, новое сердце во имя Иисуса Христа, новые органы от макушки головы до подошвы ног, по слову Твоему, Господь, обновляется подобно орлу юность ваша, не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. Ранами Иисуса Христа ты исцелен, ни одно орудие
правосудие, сделанное против тебя, твоего тела и твоей семьи, не будет успешным отныне во веки веков. И всякий язык, который состязается с тобой сейчас на суде, ты обвиняешь, потому что Бог, написано, нас не обвиняет, Он нас простил. И сейчас, когда ты покаялся, сатане закрытый рот. Бог сейчас закрыл рот сатане вот так, когда ты каешься и оставляешь дела тьмы. Слава тебе, Господь! И провозглашая ранами Иисуса, я исцелен. Говори, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Говори, ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешным. Я связываю дух разрушения, дух нечистый, и говорю, пошел вон от детей Божьих, ты не имеешь права. Кто крал, впредь не будет красть. Во имя Иисуса Христа я связываю этот дух, который вас обворовывал. Кто лгал, больше не будет лгать. Я связываю этот дух лжи и говорю, пошел вон из Божьего наследия. Во имя Иисуса Христа всякий дух нечистый прочь. Прочь из детей Божьих, прочь из их плоти, прочь из их семей. Во имя Иисуса, Отец, я прошу Тебя, высвободи сейчас легионы, мириады Твоих ангелов, воинов, Господь, ангелов исцеления, освобождения на Твоих детей. Все, кто сейчас слушает, здесь столько много людей пришло и будут еще в записи слушать. Отец, прикоснись, яви Твою силу и славу для Твоих детей. Подними Твою церковь, подними Твоих огненных служителей, которые здесь собраны. Вы эти служители, Он мне говорит. Вы эти огненные служители, потому что Он сейчас на вас льет помазание. Я высвобождаю на вас помазание, исцеление, освобождение от всякой зависимости. Я просто разрушаю все стены, всякие блоки вашей жизни, которые вас удерживали от Божьей судьбы, от Божьего призвания. Я высвобождаю вас в Божью судьбу, в Божье призвание. Во имя Иисуса Христа, в Божье служение, Он мне говорит, в Божий бизнес, кому нужен, в Божье процветание, чтобы процветала ваша душа, чтобы все процветало в вашей жизни, потому что Он Бог процветания. Он не Бог проклятий, наш Бог – Бог благословений. Благословения Божие, они написано, обогащают и печали собой не приносят. Это все обогащение, совокупность и здоровье, и в семье здоровая семья, и в семье мир, и в финансах благословения ты, написано, не будешь брать займы, а будешь многим давать в долг. Взаймы. Вот Божье благословение. Ты будешь главой, а не хвостом. Я это пророчествую в твою жизнь прямо сейчас. Я пророчествую, что отныне ты будешь главою, а не хвостом. Кто верой принимает, это получаешь. Я пророчествую прямо сейчас. Ты не будешь больше брать в долг займы. Ты будешь давать не просто людям, ты будешь давать народам займы. Во имя Иисуса Христа. Господь, подними твой народ. И в твоем слове написано, что соблюдается, Бог там учит в слове, что богатство нечестивых перейдет в руки праведников. Господь, и пусть это прямо сейчас произойдет. Пусть это прямо сейчас произойдет во имя Иисуса Христа. Пусть твои дети восстанут. Пусть твои дети управляют с твоей помощью городами. Пусть твои дети управляют странами. Поставь твоих детей во главу, Господь. Прошу тебя, во главу начальств везде. Где бы это ни было, города, страны, поставь твоих детей. Я прошу, как ты поставил Иосифа, он был во главе Египта. Поставь твоих детей. Прошу тебя, Бог, репе санто, рефашо, лоре крето. Он говорит, поставлю. Спасибо тебе, царь. Господь, сделай твоими детей успешными, чтобы они преуспевали во всяком деле, во всяком добром деле, который приносит только тебе славу. Чтобы они были, Господь, посажены глубоко на лозе, который есть Иисус, и приносили прекрасные плоды во славу твою. Помоги им, Господь. Я прошу тебя, Царь, и благодарю тебя. Но пошо, реса, лори крето. Да, Господь, я благодарю тебя и славу.
славлю, решанто, сато рекеше, лериприто. Спасибо тебе, царь, хвала тебе, мой Бог, хвала, слава, слава, хвала, ребошонто, нефаса, ребошо. Здесь вы очень много написали, я уже это читать не буду, прошу прощения. Аллилуйя, рофасанта, рекеше, лериприто. И он мне говорит, кто примет это пророчество, тот получает. Во имя Иисуса, принимай. Принимай, Господь, я принимаю это пророчество. Я благодарю Тебя за этот подарок. Я благодарю, что Ты меня садил главою, а не хвостом. Я благодарю, что все благословения Авраамова прямо сейчас через Иисуса Христа я получаю. Спасибо Тебе, Бог. Хвала Тебе, мой Царь. Хвала. Аврааму Бог даровал все. И здоровье он прожил сколько много лет? За 100 с чем-то. Он даровал ему все, он имел почет и уважение среди людей, где он жил. Представляете? Бог его оградил, его советовались люди с ним. Слава Богу! Он везде был успешен. Слава Господу! Вот что делает Дух Святой, когда его дети приходят и с ним время свое проводят. Хотят его, хотят его. Возложите ваши заботы на Него, Он печется о вас. Вам сегодня не надо самим биться об стенку. Ну, об стенку — это духовно. Как, что мне делать, как мне жить? Приходи к Нему, возложи. У тебя есть вот тут проблема, отдай Ему, Он разрешит. Разрешит в правильное время. Понимаете? Дайте Богу быть Богом вашей жизни. Богом вашей жизни — это не когда вы ставите Богу условия. Господь, если ты срочно не сделаешь вот это, то я тогда тебя оставлю. Условия могут такие быть. Знаешь, если ты, Господь, это не сделаешь, то я уже не знаю, что я делаю, то я уже не верю, что ты вообще есть. Разные такие условия могут ему, но вы не должны так делать. Позвольте Богу быть Богом вашей жизни. Вот так, Он так хочет. Слава тебе, Господь. Трясет меня, трясет. Слава тебе, Иисус, слава тебе, слава, слава. Ему нравится, когда я что-то говорю, ему когда нравится, он начинает меня трясти. Ну, он и так может трясти, но он любит нас. Он восхитительный, замечательный. Слава тебе, Бог. Шилери крес санто, рефато, рекеше. Слава тебе, Бог, слава. Слава тебе, Господь. Я благодарю, я провозглашаю Божие процветание во всех сферах вашей жизни. Пусть уйдет навсегда все, что было во вред вашей жизни. Пусть уйдет. Ты, Господь, обещал, что запретишь пожирающему. Запрети пожирающему прямо сейчас пожирать у твоих детей, чтобы это не было, чтобы сатана не пожирал. Запрети по милости твоей, по благодати ради Сына твоего Иисуса Христа. Я тебя прошу, великий, и благодарю, и славлю. Во имя Иисуса, аминь. Аминь, драгоценные. Слава Богу.